Вітаю, мене звати Володимир В'ященко. Сьогодні у студії я спілкуюся з народним депутатом України, радником міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенком. Вітаю. Добрий день. Пане Антоне, сьогодні ви відвідали Кіровоградщину з депутатським візитом. Ви і провели прес-конференцію, і мали зустріч з громадянами з особистих питань, і знайшли час завітати до нашої студії, за що вам окремо дякую. Отже, перше питання до вас. Про що просять люди і на що жаліються в першу чергу? Значит, значительный объем вопросов, который у меня был у граждан Кировоградской области, это вопросы, связанные с нарушением в работе земельного агентства. А именно, целый ряд фермеров, четверо, обратились ко мне с тем, что им не продляют договора аренды земельных участков. Помните, когда 15 лет назад земля валялась брошенной, никому не нужна, сейчас можно увидеть, что она стала ценным ресурсом. Идет борьба за то, чтобы землю сделали те или иные группировки. И когда у фермера заканчивается договор аренды, то я хочу, чтобы все, кто нас слышит, знали, то тот, кто арендовал землю, платил вовремя за нее, имеет абсолютное право, превалирующее заключение нового договора аренды. Ни на кого нельзя давить, запугивать и требовать, чтобы этот договор был разорван. Поэтому я сегодня буду через полчаса с нашей передачи у начальника управления земельных ресурсов. Хочу провести с ним встречу, пригласил туда фермеров, которые ко мне обращались, и хочу понять, в чем основа такого рьяного желания отбирать у людей землю и передавать, я так понимаю, другим структурам. Другая часть вопросов касалась того, что в работе правоохранительных органов Кировограда и Кировоградской области есть ряд вопросов. Обращался молодой человек, который проработал в милиции в 2011 году пару месяцев, после чего на него было сфабриковано прокуратурой уголовное дело. Он, надо отдать должное, изучил хорошо законы и добивается справедливости, выигрывая в судах, дело доказывая свою невиновность. Требует привлечения к ответственности тех прокуроров, которые на него возбуждали уголовное дело. Также были вопросы, связанные в целом с ситуацией в Украине, с тем, как дальше будет развиваться ситуация на Востоке. Я сказал свое мнение. В любом случае, Путин проиграл, выиграет Украина. Сейчас мы вместе с мировым сообществом заставим его рано или поздно вернуть нам Донбасс на наших условиях и вернуть Крым. Другого пути нет. Ви опікуєтеся питаннями реформи системи внутрішніх справ. Отже, що ми маємо сьогодні? На сьогоднішній день заплановано введення нової патрульної служби. 4 июля в місті Києві вийдуть на службу перші 2 тисячі нових сотрудників патрульно-постової служби. Більше 90% з них – це молоді хлопці і дівчата, які ніколи не працювали в міліції, які не познали, що таке порог корупції. Они будут всем обеспечены. Им будет обеспечена высокая заработная плата относительно украинских условий. Это 8 тысяч гривен. Это в 4 раза больше, чем получал раньше сотрудник патрульно-постовой милиции. Также государство наконец-то им обеспечит бензин, форму, все необходимое для работы. Им не придется ходить с протянутой рукой. Для этого мы будем спрашивать с них за качественное соблюдение правил дорожного движения на улицах Киева, порядка на улицах Киева и быстроту реагирования. Киев поделен на 200 участков, в каждом из которых будет нести свою службу несколько экипажей, которые будут постоянно сменяться, и с таким расчетом, чтобы максимальное время прибытия патрульной машины было максимум 5-7 минут. Также набор новых патрульно-постовых проводится в Одессе, в Львове и в Харькове. В следующем году это будет производиться также по всем областям Украины. Вы спросите, почему все, как всегда, делается в столицах, а не, так сказать, в украинской глубинке, не в Кировограде. Скажу откровенно, что хочется сначала все это отработать на больших городах, потом, когда уже мы подучим хорошо ребят, будем их делегировать для обучения других ребят по всей Украине. Кроме того, это значительные средства, которые нужны для создания новой патрульной службы. Будем говорить прямо, невозможно бороться с коррупцией в правоохранительных органах, если зарплата работников ГАИ или патрульно-постовой службы 1700-2300 гривен. Вот оттуда идет желание сбивать с бабушки 50 гривен, которые торгуют севочками. Вот оттуда идет желание взимать штрафы или получать взятки за нарушение правил дорожного движения. Поэтому мы должны, с одной стороны, создать хорошие условия для работы правоохранительных органов. Они ведь, с другой стороны, рискуют своей жизнью. И больше 80 милиционеров погибло в прошлом году, в том числе в зоне антироссийской операции. Они могут получать ранения, оставаться инвалидами. С другой стороны, нужен серьезный жесткий контроль за их работой. Но самое главное, что мы делаем таким образом, это мы хотим, чтобы новые сотрудники патрульно-постовой службы ценили свою работу и боялись ее потерять. То же самое постепенно произойдет в следующем году повышение заработной платы других работников милиции, следователей, оперативников, экспертов и многих других. Мы это делаем как за счет сокращения штата милиции. До конца года милиция будет сокращена до 150 тысяч человек, мы почти подойдем к европейскому показателю. Для Германии он составляет 300 работников
полиция на 100 тысяч жителей. Для Украины тогда было бы 120 тысяч работников милиции. Но ввиду того, что у нас идет война, то я думаю, что милиция становится на цифре 150 тысяч человек, которые должны быть хорошо подготовлены, обучены, снабжены, обеспечивать порядок, законность на улицах наших городов и помогать нашей армии, Национальной гвардии сдерживать натиск врага. Правоохоронцям сьогодні, на жаль, бракує довіри від українців. Який ваш варіант вирішення цієї проблеми? Ну, только делами можно вернуть доверие к обществу, с одной стороны. С другой стороны, это внедрение новых технологий. Давайте так говорить, что 90% проблем, которые есть в милиции, которые есть на виду, это пресловутые ГАИ, это взяточничество на дорогах. Но давайте будем тоже говорить искренне, что в 9 случаях из 10, когда водитель нарушал правила дорожного движения, то он сам предлагал работнику ГАИ заплатить 50 гривен, вместо того, чтобы заплатить 5 раз больше штраф. И сотрудник ГАИ с зарплатой в 1700-2000 гривен брал эти 50 гривен, складировал их, в итоге передавал наверх, и создавалась коррупционная система. Сейчас мы ее разрываем тем, что, во-первых, приходят новые люди. Новые люди не только рядовой состав, но и руководство. Вчера министр Арсен Аваков заявил о том, что начальником новой патрульной службы будет майор Фацевич. Это боевой командир, который пришел добровольцем из Волыни в отряд «Свитязь». Он воевал под Иловайском, он воевал в Углегорске, 3 дня был окружен войсками российских террористов. Это новые люди, новые лица, которые должны работать по-новому. И они будут обеспечены минимально нормальным уровнем заработной платы. Конечно, я понимаю сейчас, что врачи, учителя, которые получают 2000 гривен, в лучшем случае говорят, как же так, почему идет вперед правоохранительная система. Я хочу сказать вам откровенно. То, что у нас в стране такой низкий уровень зарплаты и пенсий, это, конечно же, результат 23 лет разграбления страны. Я фактически считаю, что независимость нашей Украины надо отчитывать не с 91 года, а с 20 февраля 2014 года. Только тогда мы, свергнув тирана Януковича, стали по-настоящему независимой страной, которая уже не управляется по указке из Москвы. Поэтому прошел всего год с небольшим. Очень много времени нужно для того, чтобы свернуть весь тот пласт проблем, который накапливался. Начиная от вопросов с энергобезопасностью страны, заканчивая с вопросами черных дыр. Фактически, наша экономика наполовину находится в тени. Если ее вывести из тени, создать нормальные условия для бизнеса, бюджет Украины был бы минимум в 2 раза больше. Соответственно, в 2 раза больше мог быть уровень зарплаты и пенсии, как минимум. А дальше надо создавать условия для экономического роста, создавать условия для инвестиций в нашу страну. Немного о хорошем. По рейтингу Doing Business, это рейтинг мировой, который составляется организациями по удобству ведения бизнеса, Украина за прошлый год поднялась на 20 позиций. С 109 места на 89 место. И подходит уже к прибалтийским странам. Хотя по рейтингу уровня коррупции мы находимся до сих пор на 145 месте из 172 возможных между Ботсваной, Угандой и тому подобными африканскими странами. И вот это очень важный вопрос, которым нужно ставить точку. Пане Антоне, я дуже дякую за розмову сьогодні. Ще раз дякую за те, що знайшли час завітати до нашої студії. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України, радником міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенком. До зустрічі!